Вот в эксплуатацию в 2018 году строящихся школ обсудили на совещании под руководством премьер-министра Дагестана Артема Сдунова в правительстве республики. Напомню, что в прошлом году в рамках двух федеральных программ в республике было построено 7 общеобразовательных школ. Вот был запланирован до 31 числа 2017 года. Тут уже докладывал и министр образования. Были серьезные проблемы по ходу строительства. Причины разные. Но фактически школы готовы к эксплуатации. Давайте посмотрим, что у нас с вводом этих объектов. Что вообще сделано для того, чтобы дети пошли в школу. Недопустимо. Такие огромные средства, которые вкладываются в том числе федеральным центром, по непонятным причинам, вот объекты. В Махачкале уже завершено строительство 3 общеобразовательных организаций на 2212 ученических мест. Они расположены по улице Медхана Султана в районе завода «Эльтаф». Среди объектов и пристройка к школе номер 10. До 2025 года будут построены школы в Хасавюртовском, Кумтаркалинском и Магарамкентском районах. По словам вице-премьера Умупазиль Омаровой, обеспокоенность вызывает школа, построенная в Махачкалинском микрорайоне «Эльтаф». Там ситуация буквально следующая. Объект давно готов, но абсолютно невозможно, не готов к использованию. Мы не можем никаким образом начать учебный процесс. Неоднократно мы обращались, нет решения по дороге, по подъездному пути. Абсолютно не готовы, там больше километра. По оборудованию все вопросы не решены. Это препятствует передаче этого объекта. Артем Сдунов потребовал разобраться с состоянием этих школ, сделать все необходимое, чтобы дети начали в них учиться, решить проблемы с подъездами и оборудованием совместно с муниципалитетами.